Всем привет! В этом видео я хочу сделать такой своеобразный баттл между однофантурным жаккардом и двухфантурным жаккардом. Когда у меня была перфокарточная машина, я тоже пробовала двухфантурный жаккард вязать, но мы все знаем, кто имеет перфокарточные машины или кто имел раньше, что в комплект к машине не входят перфокарты для двухфантурного жаккарда, и их нужно было набивать самим. Ну и после того, как я набила свою первую перфокарту для двухфантурного жаккарда, у меня, скажем так, настроение продолжать вязать двухфантурный жаккард исчезло. Слишком это долго, долгая подготовка к этому. И я продолжала вязать однофантурным жаккардом свои рисунки, и меня все устраивало. Меня, в принципе, и сейчас все устраивает. Мне нравится однофантурный жаккард, тем более, что есть разные способы минимизировать эти протяжки. И вот, к слову, когда мы затрагивали тему, как уменьшить протяжки с изнаночной стороны или как их убрать, да, я вспомнила, что еще один способ. И вот это видео будет полезно тем еще, кто вяжет просто на одной фантуре, однофантурный жаккард. На самом деле способ очень крутой, очень классный. Он не только позволяет убрать эти протяжки с изнаночной стороны, но и также, если вы заметили, когда мы вяжем однофантурный жаккард, бывают вот эти вот петли на пересечении одного цвета с другим, они немножко такие рыхлее обычной вязки. Так вот, этим способом можно их подтянуть. На сам рисунок никак этот способ не влияет, он остается таким же. Вот, поэтому посмотрите, я думаю, что многим понравится этот способ, если кто хочет прям вот идеально сделать без протяжек изнаночную сторону. Еще я вот этот способ немножко сравниваю. Изнаночная сторона получается как бы имитация двухфантурного жаккарда. Вот. И перед тем, как я готовилась к этому видео, я, в общем, извязала очень много-много разных образцов. Также не так давно, может, месяца 2-3, может, чуть-чуть даже и больше, мне на электронный адрес один хороший человечек, моя подписчица Наталья, выслала очень большое количество материала по вязанию на вязальной машине. И вы знаете, что я уже давно очень хотела связать что-то двухфантурным жаккардом, и там был файл со статьей с журнала «Любодело» про двухфантурный жаккард. В этой статье просто я была удивлена. Рекомендую всем найти эту статью в интернете. Там, во-первых, двухфантурный рассказывалось в этой статье про двухфантурный жаккард, как вязать для разных машин, настройки для разных машин и разными способами. То есть, ну, как мы знаем уже по инструкции, кто читал, к инструкции нам прилагается только один способ вязания двухфантурного жаккарда. Но разнообразие вязания двухфантурного жаккарда, оно очень прям большое. Вот так завернула. Ну, вы поняли меня. Вот. И, значит, я такая все подходила к этому файлу, все перечитывала, пробовала. Пробовала, находила свой, вот, знаете, вот свой любимый способ, тот, который вот мне бы он подошел. И в этом видео я вам покажу два способа двухфантурного жаккарда. Точнее, ну, это будет как два основных способа вязания двухфантурного жаккарда, да. Один мы будем вязать именно, которые у нас в инструкции и по нашим настройкам, которые предлагает нам программа. Также там есть некоторые нюансы, на которые я
обращаю внимание ваше и свое тоже. Вот. И один способ такой очень легкий, облегченный, но я так как поняла уже просто тоже, когда посмотрела видео многих мастеров, кто вяжет двухконтурную жаккардом, я так поняла, что это самый любимый, потому что, наверное, самый легкий. Вот, вот в этом видео мы будем это все дело вязать и рассматривать. Мы с Мишелькой желаем вам приятного просмотра. Вяжите вместе с нами, оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Да, Мишелька? А тебе что-нибудь связать? Скажи, конечно, связать. Тут ты давно ничего не вязала мне. Где? Сошла я в программу. И этого рисунка у меня еще пока нет в моей библиотеке. В моей библиотеке рисунков. Но я его рисовала. И этот рисунок я сохраняла вот здесь, в папке узоров. Так, вот он у меня. Открываем. Что нам нужно сделать? Нам нужно сохранить его в галерею. Потом правой кнопкой мыши размножить на все поле рисования. Значит, что мы должны сделать? Сейчас я приближу. Нажать вот на эту кнопку, скопировать блок. И нам нужно скопировать только, как и нарисовать, да? Если мы рисуем в программе, нам нужно скопировать вот только вот этот вот блок. Ой, еще раз, рука дрогнула. Вот, вот этот вот только блок. Переходим во вкладку галереи. Здесь нам нужно на вот этот ключ нажать. Появляется дополнительная панель. Мы должны нажать «Вставить в коллекцию». Вот он у нас появился. И если мы не нажмем на эту дискету, то этот рисунок не сохранится в галерее. Поэтому мы нажимаем на дискету, и все. Когда мы выйдем из программы, то и потом зайдем, то рисунок в галерее этот останется. И сейчас, чтобы нам размножить его на все рабочее поле, мы его должны вызвать, этот рисунок, нажать и нажать вот на вот эту вот кнопку «Скопировать». Буфер обмена, перейти на вкладку «Рисование». И можем здесь не удалять этот рисунок, просто кнопкой, правой кнопкой мыши нажать. Все, рисунок появился у нас. Мы можем его проверить, правильно ли он у нас все тут получился. Все верно. И сейчас мы можем перейти во вкладку вязания. Вязание. Для однофантурного жаккарда мы сейчас будем вязать его. Перейдем на вкладке переплетения однофантурный жаккард найдем. И посмотрим настройки кареток. Каретки. Здесь простые настройки. Нам нужно переключить, значит, на нашей каретке поставить положение F, ручку выбора узора, и все. Так, ну для начала мы посмотрим, с какой стороны у нас должна быть нить. Каретки должны стоять. У нас должны стоять каретки с левой стороны. Поэтому мы это будем, сейчас переведем каретку на другую сторону и потом только включим эту кнопку, переключим на F, переключим ручку выбора узора на букву F и начнем вязание. Я уже провязала несколько рядов, начала работу. Вязать мы будем наш образец. Значит, на иглах 25-0-25. Также пряжа. Это очень важно.
Для, ну, если для однофантурного же карта это не принципиально, там она должна быть относительно, скажем так, тонкой или толстой, ну, то есть уже как вяжет машина, она, в принципе, разную пряжу вяжет, и тонкую, и не совсем толстую. Но я буду вязать, выбрала пряжу слонимского комбината, у меня два моточка. Это полушерстяная пряжа, или они в процентном соотношении 30 шерсти, 70 акрила. Достаточно тонкая, в два сложения. Вот такая вот. Они одинаковые. И, как я уже говорю, что можно, в принципе, однофантурный жаккард связать и в три сложения, если будет здесь три, и здесь три, в четыре тоже свяжет. 4 здесь, если будет 4 сложения, и здесь 4 сложения. Для однофантурного жаккарда подойдет. Но мы сейчас возьмем вот такую в 2 сложения. И одна, и вторая будет у меня. И будем вязать на плотности 2. Так, значит, переведем. Точнее, провяжем один ряд. И еще хочу один сказать нюанс. Сейчас вот машина едет, и мы слышим такой немножко глуховатый звук. Все дело в том, что я подложила, сейчас покажу, видно ли, вот так, уплотняющую ленту. Вот она у меня лежит. Сама инструкция к машине рекомендует, когда мы вяжем, предлагает нам, ну, рекомендует, да, скажем, когда мы вяжем тонкими нитями, тонкой пряжей, использовать вот эту уплотняющую ленту. Но, по моему наблюдению, скажем так, если нам для однофантурного жаккарда, в принципе, все равно это уплотняющая лента, и мы можем ее не прокладывать, то для двухфантурных каких-то переплетений или двухфантурного жаккарда при использовании тонкой нити, то лучше ее сюда подставлять. Так, все, мы перевели каретку в другую сторону, то есть провязали ряд на плотности 2. И сейчас у нас каретка находится в том положении, которое нам нужно. Мы можем с помощью программы посмотреть, какие же настройки. Настройки вот такие простые. И поставить, значит, на каретке F и включить кнопку старт. Все, машина у нас готова. И датчики установлены. Посмотрите, я хотя буду вязать на иглах, получается 25 слева, 25 справа, но у меня стоят датчики 30 слева, 30 справа. Также у меня установлены и в программе вот эти датчики, вот они, L30, R30. Также то же самое а инструкция рекомендует устанавливать датчики больше вязаного полотна. Но это в тех случаях, когда мы, допустим, расширяем полотно, и чтобы не забыть, что потом переставить эти датчики, то лучше поставить их побольше. Но я ставлю их всегда побольше. Так, сейчас поставлю на штатив, и мы будем вязать однофантурный жаккард. И по поводу сепараторов. В одном из видео я говорила, что я ставлю их. Можно в этом случае, в моем сейчас, который я буду вязать, ставить или нет. В принципе, ну, и без них можно вязать, так как нить не пушистая, она может не путаться. То есть она, в принципе, хорошо и так будет вязать. Но добавим сепараторы. Обычно они устанавливаются где-то после 3-4 игл пустых. После рабочего полотна этого справа и слева. Так, ну все, все готово. Добавляем, значит, вторую нить в каретку. Я включила кнопку старт. Все готово, можем вязать однофантурный жаккард. В
процессе вязания однофантурного жаккарда желательно контролировать натяжимость нитей, чтобы не было провисаний, чтобы не было расхлябистости, ну и сильно, чтобы затянутые нити не были, то есть, ну, как бы вот свободно, иногда даже целесообразно вот так подтягивать эти нити вверх чуть-чуть. И еще хочу показать еще один способ по поводу вот, способ минимизировать протяжки на однофантурном жаккарде. А когда мы уже провязали какое-то количество рядов, например, мы видим, где большие протяжечки, то есть вот как бы дорожку видим, мы можем взять легкими вот такими, скажем так, петлями. Сейчас покажу. Что-то она не раскрывает. Угу. И как бы провязать их. В некоторых случаях я даже могу сказать, что это и полезно для однофантурного жаккарда, потому что вот иногда бывает, мы потом посмотрим, я потом покажу, не все я буду делать, то есть вот так пройтись. Не по всем протяжкам, а только по длинным. Ну тоже, это выбрать какой-то блок узора. И вот так провязать вручную и накинуть на какую-нибудь иглу эту петлю получившуюся. Вот так. Как такой способ, как вариант, можно использовать. Это я тоже хочу показать, чтобы вы тоже знали, что вот такое вот тоже есть. Я в своих каких-то изделиях так делала. Ну, обычно я вяжу, если с протяжками, то с протяжками. И уже потом ничего не делаю. Так. Слегка. Но желательно это все делать блоками. В смысле блоками я имею в виду, что я вот сейчас я много провязала рядов. Лучше делать это блоками. То есть блок провязали, накинули. Вот эту петлю последнюю и дальше вяжем. Блок провязали, накинули и дальше вяжем. Вот. Так просто будет ровнее сама эта дорожка выглядеть. Вот, ну все. Это, в принципе, такое отступление от нашей сегодня темы. Сегодняшней темы. Так. И дальше мы вяжем. Провяжем. Вот я провязала какое-то количество рядов, несколько заходов рисунка, и вот у нас получился наш однофантурный жаккард. Однофантурный жаккард. И вот смотрите, где я делала вот тут вот эти протяжечки, убирала таким способом. Вот. На растяжимость это никак не повлияло, рисунок не стянулся. Наоборот, даже вот эти вот крайние, которые переходят с одной
с одного цвета нити на другую, они подтянулись и аккуратнее стали. То есть это даже в плюс. Вот такой вот способ убирания протяжек. Ну, вот. Это у нас получается однофантурный жаккард. Я его отложу сейчас в сторону, он отлежится, потом сделаем ВТО и потом сделаем все, посмотрим варианты и сравним. И сейчас мы перейдем на вязание двухфантурного жаккарда. И плюс, и большое преимущество электронных машин в том, что нам рисунок не нужно никак преобразовывать для вязания двухфантурного жаккарда. Вот как мы сделали его для однофантурного жаккарда, так он и подходит нам для вязания двухфантурного. Только что мы должны сделать? Мы должны перейти во вкладку вязания и поменять способ переплетения, поставить на двухцветный норвежский жаккард. Все, и машина, компьютер, программа сама все преобразует нам для вязания этого рисунка двухфантурный жаккард. Вот это, конечно, большой плюс, огромный, наверное. Вот, то есть ту же мы взяли картинку, тот же узор, и ничего больше не делаем, только поменяли переплетение. И сейчас мы будем выполнять двухфантурный жаккард тем способом, который предлагает нам машина, точнее инструкция к машине, которая, и также подсказки на самой программе. Но здесь есть такой один нюанс, который я хочу вам показать, чтобы вы более четко могли разбираться в этом. Значит, здесь у меня почему-то к моей компьютерной машине прилагается вот такая инструкция для перфокарты. Ну, в принципе, процесс, принцип один и тот же. На что я хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание, что тут мы будем использовать автоустановочный рычажок. Вот он находится. Вот он. И его менять каждые два ряда. То есть вот он тут на 0 и на 1. Этот автоустановочный рычаг, он у нас отвечает за то, что, значит, в положении 1 будет фантура нижняя провязываться, в положении 0 будет фантура не провязываться нижняя, а только будет провязываться верхняя. Вот за это он отвечает. И поэтому, когда мы будем вязать основной нитью, то есть цвета фона, мы будем ставить в положение 1, а когда мы будем вязать только рисунок, мы будем ставить в положение 0. Вот так. И желательно, ну, как бы желательно, нежелательно использовать вот этот вот кулачок, который устанавливается вот сюда, доводя кареткой до этого места, где установлен будет кулачок, автоматически будет вот это вот переключаться сама автоустановочный рычаг. Но я буду делать это вручную, потому что я хочу контролировать само все вязание. То есть я продумала себе алгоритм, и поэтому мне будет это удобно. Также хочу обратить внимание вот на вот эту вот часть. У кого есть сменщик нити, автоматический сменщик нити, для них вот этот вот рычажок, он будет актуален. У меня нет еще пока автоматического сменщика нити, поэтому я этой штукой пользоваться не буду, он будет в положении вот таком, как оно есть. Вот, ну что я хочу сказать по поводу вот этих вот автоустановочных рычажков. Когда мы включим нашу программу и посмотрим настройки нашей каретки, именно которые предлагает программа, мы увидим вот такую вот картинку. В принципе, она такая же, ну, вот, начало работы, да, как и здесь. Но здесь ничего не сказано
по поводу вот этого вот автоустановочного кулачка. И вот мы увидим, что программа показывает, что вот-вот мы ряды провязали, то есть не включая еще каретку, не включая программу, и мы с седьмого ряда, скажем так, с седьмого ряда по счетчику начинаем вязать наш рисунок, с седьмого ряда по счетчику, но не по программе, потому что по программе мы вяжем сразу вот с первого ряда. У нас стоит сейчас на 0, и каретка у нас с правой стороны, и мы уже сразу начинаем вязать. То есть вот здесь вот ничего не написано про этот автоустановочный рычажок, но когда мы принудительно вот так поменяем с вами наборные вот эти вот ряды, то мы увидим, что вот он меняется. Вот смотрите, раз, два, и меняется, да? То есть, начиная даже с нулевого ряда, у нас стоит автоустановочный кулачок на 0. А, вот это вот, ну, вот это и есть основная инструкция по вязанию, которая прилагается к машине, к нашей машине электронной. Вот, но мы начинаем, значит, у нас сейчас стоит нить цвета фона. Мы сейчас делаем наборный ряд. Конечно, когда мы начинаем вязать двухконтурным жаккардом, если мы начинаем вязание прям сразу, не без резинки, а сразу двухконтурного жаккарда, то лучше, конечно, начинать с бросовой нити. Но мы будем делать образец, поэтому я бросовую нить не буду использовать. Значит, в работу у нас выставлены иглы, как и на однофантурном жаккарде, то есть по количеству игл. 25 слева, 25 справа. Установлены магнитные датчики по 30. И на нижней фантуре я выдвинула, значит, положение у меня ручка сдвига фантуры на H5. И, значит, вот у меня сейчас вот так вот должны стоять иглы. То есть как для полного ластика. На каретках основные настройки мы проводим, провязываем один ряд. Провязали один ряд и вешаем гребенку и грузики. Когда повесили гребенку и грузики, мы должны сделать один или два круговых ряда. Для этого мы делаем вот такие настройки на каретках. И можем, значит, один сделать вот так вот с плотностью 0,0. И увеличить на одну единичку, второй круговой ряд сделать. Также мы должны обратить внимание, что каретка у нас по программе стоит с правой стороны, поэтому мы должны сейчас сделать один соединительный ряд, зигзагом, да, на плотности, я поставлю, наверное, плотность 2,2. Провязываем один ряд слева направо. И сейчас мы должны... Так. Рисунка не видно, но у самой программы видно. Сейчас мы должны установить все, как сказано, вот по нижней вот этой вот табличке. По нижней табличке мы должны установить на каретке, поставить
рычажок выбора узора в положении SG на слип вязания. Также нам, то есть все, все остальные настройки, как обычно, ничего не меняем. Про вот этот, вот эту штуку я уже сказала, что у меня ее нет. А кулачок мы будем, ой, не кулачок, а установочный рычаг мы будем менять, когда мы будем вязать сам рисунок. Сам рисунок. Так, и нажимаем на кнопку старт. И мы должны выбрать рабочую плотность. Ну, программа нам советует выбрать рабочую плотность 4,4. Но так как у нас нить достаточно тонкая, мы выберем плотность 3,3. Можем 4,4, можем 4,3. То есть тут уже плотность нужно регулировать, подбирать под саму пряжу. Ну, в процессе вязания нашего образца, перед тем как мы вяжем и будем вязать изделие. Когда у нас настройки все мы выполнили, нажали на кнопку старт, значит, нам программа показана, что мы туда вправо вяжем цветом основным, фоновым цветом, и сейчас звуковой сигнал программа дает для того, чтобы мы заменили нить для вязания рисунка. У меня нет автосменщика нити, и я просто завожу за машинку одну нить и добавляю вторую. Значит, и когда я уже сказала, что мы когда будем вязать нитью контрастной или там, допустим, той нитью, которую мы будем вязать рисунок, мы ставим автоустановочный рычажок на положение 0. На положение 0, и что мы сейчас посмотрим, что провяжется. И вот мы увидели, что провязалась только верхняя фантура, иглы верхней фантуры. И вот такая вот протяжка пошла. Когда мы вяжем назад, будет то же самое, проложилась протяжка, и провязались только иглы верхней фантуры. Два ряда мы провязали, и мы должны сменить цвет. Это так вяжется. Каждые два ряда меняется цвет при двухфантурном жаккарде. Когда мы сменили цвет в каретке, вот меняем цвет в каретке, я уже поменяла, я меняю, отпускаю вот этот рычажок на положение 1. И сейчас мы довязываем и видим, что провязались и верхняя, и нижняя фантура. И как бы вот эти протяжки, которые у нас, они оказались, они внутри нашего полотна, то есть закрылись. И назад то же самое. Меняем цвет. И меняем на 0. Это происходит достаточно быстро. Все. И я запомню, что когда я цветом фона вяжу, у меня стоит на автоустановочный рычаг на положении 1. Когда я вяжу белый, 0. То есть фон все вяжут нить фантуры. Белый рисунок, только рисунок, только верхнюю. И почему я в данном случае не использую вот этот кулачок? Ну, я не хочу доводить до конца вот этой вот фантуры каретки, потому что я все равно меняю
вручную, механически, так сказать, нить. И мне не составляет труда вот это вот сделать. Точнее, я все контролирую. При данном вязании и при использовании таких тонких нитей можем, в принципе, поставить плотность 2-2 или 2, ну, 2-1, наверное, нет, потому что вяжут все нижние иглы. Но при другом разборе, который мы будем, я покажу дальше, мы можем как бы менять, то есть ставить разные плотности на верхней и на нижней каретки. Но опять же, это все индивидуально, это все подбирается в процессе вязания, когда вяжем перед тем, как мы вязать изделие, вяжем, просто подбираем вот эту вот плотность нужную, как чтобы красиво было смотрелось наше потом в итоге изделие. Так, ну вот сейчас я, вот видите, я поговорила, и я, в принципе, помню, что зеленая у меня вяжет, то есть чтобы проверить все настройки, я помню, что у меня зеленая — это цвет фона, она вяжет все у меня иглы и на верхней, и на нижней каретке, поэтому у меня автоустановочный рычажок стоит в положении 1. Далее, что я хочу показать, вот не снимая образец полотна, дальше продолжить вот вязать его, но показать модификацию, как можно тоже вязать двухфантурный жаккард, но чтобы самой, ну, то есть само полотно было не такое нестоящее, а более рыхлое. Значит, на нижней каретке, на нижней фантуре мы должны разобрать наши иглы, через один поставить. Вот так. Также, в принципе, мы можем и через два, то есть одна вяжет, две не вяжет, одна вяжет, две не вяжет, и через пять даже мы можем делать, точнее, одна вяжет, пять не вяжет, то есть вот такое вот. Это и будет как бы сминимизирует нам наши протяжки, вот, и облегчит само полотно. Вот сейчас мы при той же, скажем так, инструкции по вязанию двухфантурного жаккарда просто перекинем с одной иглы на вторую через один все иглы нижних, именно нижней фантуры, и продолжим вязать. При вот данном случае мы уже можем поставить, если у нас очень тонкая нить, поставить, в принципе, на нижней каретке плотность 1. И она будет хорошо провязывать. Ну, или 1, там 1, 2 точки. То есть тоже это все вот как вяжет ваша машина и какую вы нить будете использовать. Так, весь принцип работы, алгоритм работы остается тот же. То есть мы тоже работаем с этим автоустановочным кулачком, не кулачком, а рычажком, вот этот вот. И сейчас у нас мы последнее провязали нитью фона, меняем, значит, нить на нить узора и ставим на рычажок на положение 0.
Так, ну вот посмотрите, я сделала вот этот вот образец. Это у нас вот на плотности 2 и 3. Тут я меняла, да, которые вот мы сейчас вязали. А следующий за ним я связала все то же самое, но на рыхле на 1 единицу по плотности. И если сравнивать у нас наш вот этот вот образец с нашим однофантурным жаккардом, так это вот это вот. Ну, еще будет ВТО, это все будет, мы потом посмотрим, то по размеру больше подходит, конечно, вот это там, где я 4-4 брала, вот эта вязка. Ну, по поводу вязки, да, посмотрим. Здесь я то же самое делала. Значит, это на полном ластике у нас первый образец выполнен, точнее, на всех иглах, да. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Потом мы перешли, когда модифицировали, так сказать, нижний ряд, то есть уменьшили, сделали, перекинули с одной петли на вторую, то есть у нас нижняя фантура вязала через иглу. Это второй. Вот это поплотнее то, что вот так выглядит изнанка, вот так перед. Лицо, не перед, лицо. И уже здесь я взяла вообще через 3 иглы, запустила, и вот так выглядит изнанка, если тоже через 3. Как я говорю, можно через 2, через 3, через 1, то есть без разницы. Вот так выглядит наш образец, связан по инструкции, которая прилагается к нашей машине. Так, вот здесь вот плотность 4-4. 4-4. Здесь то же самое я делала на всех иглах. Здесь через 1 и здесь через 3. Вот я хочу перейти к следующему способу двухфантурного жаккарда. И когда готовилась к этому видео, я вот поняла, что вот этот вот следующий способ, он очень многим любим, и самое большее его используют. По настройкам мы все сделали для начала нашего вязания образца так, как мы и в прошлый раз делали. Вяжем на том количестве игл, которые и в прошлый раз. Значит, что в этом двухфантурном жаккарде будет, чего не было в прошлый раз? Мы просто не будем двигать вот этот автоустановочный рычажок. То есть будем его не менять. Он будет стоять в положении 1. И я вот думала, почему в инструкции нет об этом, не прилагается, ну, вот именно такая инструкция, то есть как вот второй вариант. Он удобен для мастеров, вообще для нас, да, что мы вот это вот ничего не меняем, да. Но если брать как сам рисунок, он его искажает. А именно искажает, он его как бы расширяет вверх, ну, то есть в разные стороны. То есть, если взять как за у нас за основу, допустим, однофантурный и двухфантурный жаккард вот обычным классическим способом, то у нас ничего не меняется. В принципе, только подобрать нужно нам правильную плотность, и, в принципе, ничего не меняется. Сам рисунок остается такой же. При вот данном он получается... Ну, сам по себе красив, но сам рисунок искажается. Мы сейчас это посмотрим, именно вот как сравним. И чтобы минимизировать эти искажения, то предлагается вообще на верхней каретке установить нам плотность, допустим, побольше, а на нижней каретке установить плотность поменьше. Ну, мы сделаем, наверное, вот попробуем 5 и 3 в этом случае. И еще хочу, ну, вот начнем вязать, и потом я вот кое на чем остановлю свое внимание. Так, ну все, у меня установлено, я нажала кнопку старт, и начинаем. А, так, я только не установила
не установила на слип вязание. Выбор узора. Звуковой сигнал нам говорится, что нам нужно поменять или заправить вторую нить в каретку, точнее добавить ее. И мы просто сейчас не работаем вот этим вот колочком. Вот ничего не делаем. Просто меняем каждые два ряда. Мы меняем нить. Сейчас мы используем рисунка и меняем его на вот два ряда провязали, меняем его на что-то у меня запуталось, на цвет фона. Что запуталось? Надо подтянуть. Так, цвет фона поменяли и два ряда. Тоже начинаем наше вязание образца с пол, вот со всех игл, вяжем на всех иглах. И вот что я хочу сказать по поводу, уже по моим наблюдениям, после того, как я уже провязала очень много количества образцов, когда готовилась к этому вязанию, и вообще и раньше вязала, и пробовала. Когда мы вяжем вот такой вот тонкой нитью, такой тонкой пряжей, и используя вот данный метод, данную технику вязания двухфантурного жаккарда, то есть возможность такая, что вот эти некоторые петли не будут провязаны именно на верхней фантуре. И когда мы поставили уплотняющую вот эту вот ленту, то вот эта вот ошибка, как бы она исчезла. То есть, в принципе, после этого все провязывается на любой плотности. На большой или на низкой, на любой. То есть, вот эта вот именно лента уплотняющая, именно при данном типе переплетения, при данном типе, ну, техники двухфантурного жаккарда, она помогает провязыванию вот этих вот петель верхней фантуры. Сейчас мы перейдем на второй, как бы полуспособ, второй способ данного способа вязания. Это когда мы будем вязать через одну иглу на нижней фантуре. Еще я заметила, что мне кажется, что вот как я беру нити эти две, и тем, что зеленая нить, мне кажется, немного толще, плотнее. Все, мы продолжаем второй вот так вот вязать. Полуспособ, скажем так, меняя каждые два ряда нить на другой. То есть вот такой у нас мельчик нити, это наша рука. Так. Ну вот, хочу показать вот этот вот рисунок, связан этим способом. Он хорош сам по себе, красив, легок такой, но возможно, тут можно было сделать так, что там нет, это я, наверное, переходила с одной вязки на другую.
потому что это такое. А, можно сделать было не 5-3, а 4-3. И вот мы сравним двухфантурным жаккардом. Так, вот этот вот по... Вот, то есть он становится более такой рыхлый, да, если взять классический способ. Классический способ жаккарда, который предлагает нам сама программа и инструкция к данной вязальной машине, то этот вот такой какой-то совсем другой. И вот такая вот изнаночка получается у нас. Ну, достаточно легко делать. И я хочу сказать, что кофточку какую-нибудь из такого же жаккарда было бы и неплохо. Она очень такая легонькая. Такая вот. Только что подобрать, может быть, я говорю, что поплотнее для этой нити. Поплотнее чуть-чуть на единичку сделать саму вязку. Ну еще, ну все-таки я пойду сделаю ВТО и покажу уже, потому что после ВТО становится все по-другому смотрится. Ну сейчас мы можем оценить полностью результат нашей работы. Начнем с однофантурного жаккарда, который мы делали первый. Вот. Не знаю, самый красивый, по моему мнению, это однофантурный жаккард. Для этого рисунка, скажем так, протяжки небольшие, но я вам показала еще, как можно их убирать таким способом. И посмотрите, как здорово получается. Они даже вот, где мы делали вот эти вот дорожки, как бы вот эти вот рядышком, когда сменяются цвета, подтягивают вот эти вот цвета фона петли. И полотно становится еще аккуратнее. На растяжимость это никак не влияет, и на сам рисунок тоже не деформирует. Очень классный способ. Так, ну и то, что мы вязали дальше, это следуя инструкции и подсказкам нашей машины, компьютера, программы. Это двухфантурный жаккард. И тут были модификации этого двухфантурного жаккарда уже в процессе. Значит, при выполнении этого жаккарда мы видим, что на изнаночной стороне у нас не, ну, то есть цвет фона полностью. Ну и тут, когда я, конечно, разбирала уже на один через один нижнюю фантуру, то, конечно, просматриваются уже эти протяжечки. Ну и здесь я уже разбирала, то есть между этими рядами, не рядами, а как-то столбиками. Здесь три петли, три иглы не в работе. То есть одна через три. То есть одна в работе, три не в работе. Одна в работе, три не в работе. Мы видим, что более плотнее сам жаккард. Это там, где мы использовали все иглы двух фантур. Это вот этот первый. Вот он, где полностью такой аккуратненький, красивый фон изнанки. Вот так смотрится. Здесь, конечно, если присмотреться, но я думаю, после я их эти образцы не стирала, возможно, после стирки они, скажем так, ну, пряжа немножко даст объема, и вот эти протяжки не будут малозаметны. Вот, вот такой вот. Это здесь, который мы вязали с вами. Здесь я связала более рыхлее.
тоже очень красиво получилось. То есть где-то, если мы здесь, по-моему, вязали на плотности 2-3, где-то так, здесь была плотность 4. Вот так красиво получается со стороны изнанки. Так, ну и вот этот вот способ, который я так поняла, очень многим любим из мастеров, и он очень, ну, скажем так, удобен, что не нужно переключать вот этот автоустановочный рычажок. Просто если у вас нет сменщика нити, просто меняй каждые два ряда нить, и все, и ничего не трогай. И вот такая вот красота будет получаться. Очень такой он легкий сам по себе, сама по себе вязка, ну, с изнанки вот такая вот полосатость. Ну, тоже очень красиво. Здесь я тоже разобрала через одну, это на нижней фантуре, через одну иглу мы вязали. И плотность здесь у нас порыхлее 5-3. 5 на верхней фантуре и 3 на нижней. Вот такие вот образцы у нас получились. Вот такая вязка у нас получилась. Пишите в комментариях, какой вам образец больше всего понравился. И ну, моя любовь все равно остается к однофантурному жаккарду. Не знаю, мне очень нравится. Вот. Ну, в технике двухфантурного жаккарда мы тоже что-нибудь, я думаю, свяжем обязательно. Вот это тоже красиво получилось. На этом я хочу закончить свое видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите, какой вариант вам больше понравился, какой вы используете в своей работе. И до встречи в следующих видео. Всем пока!